народ, всем приветики. Вот. Жена тут же, все те же, все там же. Вот. В этот раз мы поехали в Тверскую область. Сейчас в данный момент в городе Торжок. Изумительный, конечно, городочек. Красивый, старинные места, просто восхитительно, конечно. Вот. Едем в сторону Селигера. Будем ловить рыбку. Копать. Вот. Ой, на улице, честно, сейчас ноль. Как мы будем ночевать в машине, я не знаю. Ну, как говорится, помолясь, нормально будет. Главное, что уже весна, мы уже поехали, как говорится, снова отдыхать. Не знаю, там, смотрите, какие красоты великолепные. Потом еще покажем. Восхитительно, ребят. Ну, очень, очень старые вещи, как бы, строение. Тут куча церквей, храмы. Здание старинное, ну, да, сейчас вам покажу. Просто потрясающе. Вот так все это вот восстановили. Красивенько, модненько. Вот, отличные набережные. Вот. Великолепно, очень мне нравится этот город. Он настолько вот по старине сохранился. Не снесли все, как говорится. Так что, народ, оставайтесь с нами. Я думаю, что-нибудь по-любому накопаем, что-нибудь по-любому наловим, все как обычно. Вот. Так что продолжайте нас смотреть. Смотрите, какие комплексы огромные. Красоты. Неписуемый. Там вдалеке тоже он. Там, смотри, вообще какая старая церковь, Валерка. Вон, видишь, смотри. Да. Изумительно, конечно. Вот, ребят, какие красоты. Деревянненькая. Всем привет. Снова. Доехали мы до Селигера. Нашли местечко недалеко от деревни. Травы нет. Песочек, солнышко. Изумительная погода. Так что сейчас начнем. Угу. Первый сигнальчик. Не очень хороший, конечно. Но места старые. Копать приходится все. Как всегда. Где-то здесь. Где-то здесь. Проволочка. Проволочка. Еще один сигнальчик. Железка какая-то, да, железка. Ходим уже битый час, что-то ничего не находится. Вот сигнальчик, не знаю, цветной такой, он постабильнее, по крайней мере, не проволока. Похож на совет, а там фиг его знает. Ага, все правильно, советик. Ранний. 3 копеечки. 46-го года. В отличном сохране. Великолепный. Великолепный. Да. Супер. На, ребят. Хороший сигнальчик. 90. На глубине 15 сантиметров. Надо посмотреть, что там такое позитивного лежит в земельке. В русской-то. Сейчас. Ну, пожалуйста, монитор, я знаю, я уверен. Попробуй, не знаю, с такой катушкой. Сейчас я лопату беру. Ага. Так, приступим. Черепок что-то какой-то.
Не до такого, наверное. Ну что там, Вика, посмотри. Ну, все-таки выкопал. Ты где? Я что-то не напишу. Нет, что-то какая-то ерунда. Это не мог быть сигнал 90 быть. Гвоздик, не может быть. Еще что-то где-то. Здесь где-то. Вот она. Вот она. Вот она, вот. Двушечка. 1873 год. Немножко царапанная, правда, странно. Вот измывались немножко над ней. Еще я лопатой по ней задам. А, она лысая с другой стороны, вообще лысая. Вообще, ребята, лысая. Ушла в лета. А это странно, что такое еще? Более-менее. Какая патинка. Супер-супер. Да? Забияем. Сезон хороший, ну. Да, 20 лет все 10. Хотя тут давным-давно была перепашка. Очень давно. В советские времена, когда-то здесь картофан сажали, да горох. А я только. Не знаю, где там что-то. А, попробуй. Ага. Не посмотрим, что тут у нас. Нет, это тут. Нет. О, пряжечка медная. Скорее всего. Ну да, что-то такого. Или цвет мед. Мне кажется, советина. Так что так. Пока муж занимается лагерем, кто-то тут уже рыбёвки таскает, хорошенький подлещик, прям, подожди, а, рыбалка пошла, ура! Ура! Спасибо вас, Глеб Егорович, так я не знаю, куда ты будешь это класть, на, держи. Так, что мы сегодня будем кушать? Что мы сегодня будем кушать? Кушать мы будем сегодня стейки. Немножко, немало, немного. У меня тут кусочки.
Нового помола. Даже без него. Вкусняшка будет. Вот это жена умеет ловить рыбу. Муж так ерундой занимается, приезжает. Фигню всяк страдать на воде. О! Это нормальный лещок на удочку. Что? Что еще надо? Что еще нужно для счастья человека? А? Красотища, хорошенький какой. Давай, снимай, что? Сама все знаешь, сама все умеешь. Хороший. Как тебя? Дядя Валера. Да все супер, сладко застрял. Мы сами чуть не сели. Валера, ты все?